И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я все так же продолжаю играть в Ark Survival World, все так же с модом Arkham the Life. И, собственно, это, можно так сказать, первая серия, которую я снимаю после стрима. Как вы помните, на стриме мы выбивали сраного туча сердец из чифсов, то есть душ, да, больше душ. Вот, ну и, собственно, на стриме я показал, если все-таки Гига забагался и не вызвал всех, то есть как получается, типа, надо убить сначала всех чифов, которые он вызывает, а потом уже можно Гигу убивать. В общем, если он забагался, то я показывал, как его убивать. Если же вы не смотрели стрим, то советую вам пересмотреть. Ну там, перемотайте, наверное, с полчасика, потому что я там пытался запустить сервер. Ну, да и бог с ним. Собственно, набили мы себе, точнее, я себе набил костюмчик, который мне дает 33, почти 34 тысячи защиты брони, что довольно-таки себе нехило. И если честно, то это офигенски, это просто офигенски. Кстати. Гамма, да твою ж мать, почему же у меня постоянно гамма третья включается? Я во второй тащусь. Она как-то менее глаза режет. Вот, как видите, немножечко графику обратно вернул, дальность прорисовки поставил, пособработка тени на место вернул. Я постараюсь разобраться, чтобы у меня игра не подлагивала, но... Да, процессор, видеокарта, бла-бла, в общем, все как обычно. Ну и что же сегодня будем делать? Как вы помните прекрасно, чтобы добыть абсолютно все бесконечные ресурсы, так сказать, иметь бесконечные ресурсы, нужно не только все эти 5 жуков, но и обелиски. Обелиски же, в свою очередь, выбиваются... Блин, я что-то перебежал. Обелиски, в свою очередь, выбиваются из саважей. Саважи — это, конечно, такие прикольные штуки, но, как мы прекрасно помним, лучше всего выбивать их из додорексов. Почему из додорексов, спросите вы, и будете чертовски правы. А потому что, ну, Адзак сказал, типа, чувак, с него, типа, легче выбивать. Вот, поэтому буду, собственно, с него и выбивать. Вот, 6 именно, да, конечно, потом посмотрим на стриме, на каком-нибудь, как вариант, посмотрим всех саважей, но это будет уже потом, а сейчас, собственно, саваж, додо, рекс, 9 матриц, о, точнее, 6 матриц сделаем, и все просто замечательно. Все так же, все туда же, бежим на острова, все так же на праймуше, не томил еще нового. Митилок. Господи, прикольно. Не томил еще, но разберемся. Разберемся, что да, когда, где. На выходных я буду снимать. На моих выходных я буду снимать долгую серию о том, как я буду томить всех альфачей. А точнее, собирать ДНК со всех разных альфачей, с которых я только знаю и найду. Вот. Именно как-то я буду делать в соло. Походу дела я это делать буду на мишке, так что чувствую, будет весело. Вот, почему выходной день? Потому что это будет занимать сраного туча времени. Так, как мы прекрасно помним, Адзак говорил, лучше вызывать его в воде. И честно, очкую. Кстати, в воде. Возможно, погнали к своему острову. Здесь у меня же стоят мои плазма-пушки. Oh, yeah. Плазма-пушки, 4 пушки, и я очень сейчас буду рассчитывать на помощь от них. Очень сильно буду рассчитывать на помощь от них. Посмотрим, просто нет там хвоста за мной, нет? Такс, плазма-пушечки, такс. Они все у нас включены и запитаны. Все имеют максимальный дамаг. И, кстати, Адзак еще написал, что они имеют процентный урон. Что само по себе было даже логично. Почему я до этого не додумался, я не знаю. Так, ладно. Где-то здесь он уже начинал убивать. Ну да ладно. Такс. Додошу. Лёша, ты чё? Ну-ка, давай-ка посмотрим, на какой дальности он будет уже убивать. Вот, пироша. Пиронишка. Ну, алё, ну,
Ну, пушки, ну че вы? Ну че вы в натуре такие? Алло, пушки! Ну, это вообще беспредел. Такс, о, пистолет демолиш... Пистолет на разрушение у меня с собой есть, что означает все вполне себе неплохо. И сейчас, блин, да какого ты гляда, козел тупой, стал так, блин, что он тебя не залез? Есть, нифига себе, я ж думал, все, я не залез в него. Вот, сейчас я перемещу пушечки на край и продолжим. Ох ты! Изменил дальность на высокую. Чё-то я до этого уж не ставил дальность. И подумал, блин, а ведь реально же так оно и есть. И поставил only типа все таргеты. Дальность high. Вот, и, собственно, вот так и перемещаю. Почему мне нужен был бы пистолетик для разрушения, так сказать, построек, а точнее для перемещения построек, потому что вроде бы не подбирается. Ну ладно, этот пистолет у меня все равно всегда с собой, так что я не заморачиваюсь. Самое главное, аккуратненько на него случайно не нажать, и все будет хорошо. Вот, как говорится, фотоночки заряжены. Матрицы готовы к использованию. Не знаю, сколько у них будет здоровьечко. Но так, на warning, target, target, high, на warning. Вот, не знаю, сколько у него будет здоровья. Но сейчас все и узнаем. Такс. Однако говорил, что лучше вызывать в воде, потому что у него типа там... Ну, кстати, давай-ка сейчас какую-нибудь пирашу подзовем. О, манта тоже проканает. Вот, потому что он типа чем-то там таким бьет, и это типа больно. Ну-ка, давай-ка глянем. Ну, пролаги, конечно, пролаги. Пролаги, долбанные, конченые пролаги. Ну, Алёша! Алло! Алло, ёптель! Дебильное говно. Идите в жопу отсюда. Надеюсь, по этой говнятине вы будете бить. Сюда иди. Экс. Дайте по башке. Дайте по башке. Такс. Такс, отплываем дальше, дальше, дальше. Так твою мать, какого ты дебил-то? Вперед! Жму назад, то вперед бежит. То-то, ну, где ж это видно? Так, и использовать. Не страшно. Вот. В целом, я не знаю, что сейчас будет. Как вариант, сейчас нафиг вся моя постройка сломается. Все, все в таком духе. Я очень рассчитываю на фотоночки. Ну, да и фиг с ними. Такс. Ждем. Ждем, 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 ждем. А это труп. Ждем, ждем, ждем. Ну, давай! Я сначала подумал, что это за второй луч-то, блин. Потому что кристалл упал. Так. Нифига ты резкий, как понос. 186 лямов? Да ладно! Чё, реально? Так, я опять сейчас залазю прям в труп. Он говорил лутать, где ноги, да? Такс, граник. Да ладно, легендарный граник. Прикольно. Но то, что нужного, у нас нету. Много вещей! Поймать. Такс, вот это выкидываем. Круто. Погнали назад. Граник, 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 это хорошо. Так, убери труп за собой. Не, ну вы видели? Они просто за 3 удара завалили его. Твою ж мать. За 3 удара. Обалдеть. Это, конечно, да. Броника, короче, так себе. Это, конечно, да. Это, о, вот это круто. Хорошо. Заодно кое-что посмотрим. И сейчас. Так, давайте сразу же глянем, что... Ой, фу, да у меня босяви. У меня-то, однако, босяви. Так, ну ладно, это тоже скинем. Ой, какая гадость. Ай, ну ладно, я выкинул, короче. Все равно нафиг не нужны. Да уж, за 3 удара, конечно, это да.
183 ляма. Я, кстати, даже не заметил, какой левел у него был. Напишите в комментариях, какой левел был у первой... А можете даже так написать абсолютно всех додошек, какие у них были левелы и сколько у них было здоровья. Вот это, вот этим вы мне реально поможете. Кстати, спасибо, что писали в комментариях то, что убил, не убил. Я это да, потом я уже понял, что я убил, там, потому что здоровья у него странного сколько было. Вот, но спасибо, что писали. Ну, это когда я с этим дрался. Ой, это я воду встал. Вот, очень сильно поможете, подсказав левел и здоровиться. Сколько у них там? Так, 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 173. Так, ладно. Пошел в жопу, пошел в жопу! О, господи, я ж пересрался, придурок. Я ж в натуре пересрался. Он так на меня так резко... кинулся, я ж, я испугался, я думал, меня сожрет. Не, конечно, я шучу, но это было очково, когда он так вырывается просто тупо и бежит на тебя, я тушу, бам-бам-бам. Да уж. Конечно, мини-нюк это классная штука, но по сравнению с тем, что я имею, точнее, кого я имею, это, конечно, вот так примерно я считаю о нем. Потому что по дамагу они ничего... Ну, конечно, легендарные, это, конечно, хорошо, но... 230% дамага, это, я думаю, неплохо, но... Тихо, 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 не спеши, не торопись, не торопись, не торопись. Так, погнали. Ну, пока что я еще ни одного сраного обелиска не добился. Ну, что за фигня? Даже клон машины не выпало. Прикиньте, ни обелиска, ни клон машины. Вы что за беспредел устроили вообще? Говняки. Говнячки. Пиньк, 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 пиньк. Лишнее удаляем сразу же, выкидываем в баню все это говно. Такс. Я рассчитываю на тебя, мегатруба, покажи мне здоровье. 180. А, они все... Тихо, тихо, нифига себе, ты главное постройки не мои. Офигеть! Ой, моя нафиг. Ну-ка, убери, убери труп за собой, молодец. Ну, кстати, здесь место тоже такое неплохое. Он так на берег убегает, лутать хорошо, в общем, хорошо. Ах, опять сраного туча Golden Cable. Хотите Golden Cable? Лутайте всякого такого говна. Окей. Мишаня, да ты кровью покрываешься. Он тебе нехило так всучил, однако. Хорошо. 4700. Чпуньк. Ой, не та. Не та кнопочка была. Конечно, можно вызывать по несколько. Но мне, соответственно, нужно пушек 10 штук. 10 штук, тогда они будут ваншотить. Просто Бэнкс убил. Бэнкс убил. Вот тогда будет хорошо. Но опять-таки же, смотрите, так они, хоп, подбежал. Он подбегает ко мне, такой, типа, давай, давай, оп, а его пушки добивают. Вот, поэтому, как бы, в этом плане такая вариация, ну, немного получше. Кстати, он сейчас респавнется, чуть не забыл. Тихо, 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 тихо. Я твое здоровье хочу грамм. А я не вижу 176. А, у них у всех, походу, дело 600 левел. И сада. И... сдохни! О, да. О, и манта огрелась. Чпанькс. Нужно больше первосортного... Клонинг машин. Вот это я понимаю. Зачетненько. Говно, говно, зачетненько. Клонинг машин. Замечательно. Значит, одна из серий скоро будет посвящена клонинг машине. Вы же хотите узнать, что дает эта клонирующая машина? Ну, что она дает, думаю, и так понятно. Ну да. Как она работает? Если честно, мне самому интересно, я ни разу не видел.
Вот, как говорится, что греха таить, я ни разу и не видел. Жаль, конечно, нельзя там, типа, пушки соединять, там, не пушки, а шмотки, там, типа, соединять в одно, там, чтобы у них дамаг был больше, здоровье было больше, все дела, броня, да. Ну, конечно, такой мечтатель, но что поделать. Такс. А чё жду? А погнали еще вызывать. У меня же есть. Так, ну ладно, клонинг машин вызвали. Хорошо. Точнее, выбили. Аж две штуки. Но у нее шанс выбивания раза в два больше. Это минимум. Потому что даже тогда мы с 11 выбивали клонинг машин. И да, как бы она выбивается. Интересно, сколько мне их нужно завалить? Ну, если что не так, тогда я строю... Так, где ты? Это что там было? 168. Нет, тебе надо фигища. Чпонькс? Отлично. Я горю. Так, ну-ка, Мишаня. А что у нас здесь? У нас тут сраного тоже киблов опять. Да что ж такое, а? Кибл. Труселя. И нифига. Да уж. Ну что я могу вам сказать? Все плохо. Все очень крайне плохо. Чпукс. Так, с говнищем, штанишки, говнищем, это все скидываем, так, ну и погнали, вызовем последнего. Ну, а там остальных я уже буду убивать за кадром, ну уж. Камон, если я их буду всех, то ты пошел в жопу, если я буду всех, типа, такое-то вызывать на камеру, то... Мы задолбаемся смотреть всю эту сотню, которых я буду убивать. Конечно же, я скажу, скольких я убил и так далее. Ну, в общем, это мы еще увидим в этой серии, так что не беспокойтесь. А, глядишь, сейчас прямо обелиск выбиваю, и все так, мне ничего не нужно будет. Было бы неплохо. Было бы чертовски неплохо. И вот она, на фигу намотана. Так, где ты? 160. Да, лава, походу, делал у них у всех. Чпанькс, говорю. Вот так вот он. Добыли сразу же его. Момент истины. Барабанная дробь и... Твою мать. Ну что я могу вам сказать? Поэтому поводу. Пауза! Я тут, знаете, так подумал. И создал все-таки всех остальных саважей. Да, я хочу посмотреть, что они дадут. Мне мало этого. Мне этого мало. Мне нужно больше. И я хочу посмотреть, что они дадут. Да, еще 17 этих я создал. Да ты че, беспредельщики, добрые? Обрели, что ли? И что, голову повскрываю на фиксе? Плавающие эти. Гопники, во, гопники плавающие. Помню, как их обзываю. Кое-как вспомнил, как я их обзываю. Так, ну окей, готовимся. Готовимся вот так использовать. Так, а кого я там вызвал? Блатна завладел. Вроде паучиху. Такс. И момент истины. Нет. Опаньки, вызвалось. Такс, отлично. 156 лямов, окей. Да, вызывает мелочевочку. Мелочковочка. О, так она вообще ни о чемная. Ну, в плане, что по воде она вообще не умеет плавать. Алло! Летающие! Ты ладно! Летающих ты сколько? Летающих, мать вашу, сколько? Пошли в жопу! Мать вашу! А, ну они дерьмо дамажат, фу, слава богу. Они не умеют, типа, поджигать. Нифига себе, я думал, он пауков вызывает. А вот тупо ворон вызвало. Офигеть, круто.
Лут, конечно, в них нету, жаль, и всякие сердца, типа, за них не дают, но это тоже круто. Арк Фэктори? What? Че я такого выбил? Окей. Хорошо. Отлично. Замечательно. Великолепно. Я что-то новое выбил. Так, говнище. О, ботиночки хорошие. Ботиночки хорошие. Хотя у меня босяви, блин. Так, вот это говнище, вот это говнище. Ботиночки. Ботиночки. Фу, оказывается. А, не, ботиночки босявые. Ботиночки босявые. Че за Арк Фэктори? Don't give you all resource super quick. Слушайте, это походу дела и есть обелиск. Че? Ну окей. Я выбил обелиск. Я выбил обелиск. Отлично. Ну, мы можем проверить. Почему я могу... Точно, обелиск. Ядрить, смотрите. Мы выбили обелиск. Отлично. Просто с первого... А, чё, блин, я же до конца ж не показал. Ха, паучиха, блин. Первая же паучиха сразу же выбила обелиск. Ну, просто вообще. Прям тащер, короче. Мега тащер. Так, во-первых, вот это убираем. Так, во-вторых. Горилла Сан. Это как в этом... На Алхимике. Горилла Сан. Да. Так, хорошо. Мне это уже нравится. Мы выбили Арк Фэктори. И причем даже все сделал на камеру. Да, он такой, я молодец. Я понимаю, что это глупо играть на локалке и в итоге самому себе все не вызывать. Это же скучно. Когда я буду вызывать себе все, мне самому это быстро все надоест. Мега Питакус! О, у тебя броня-то побосяви! Слышь, а че ты тоже тут вызываешь? Не понял, аргентариса, блин. Ой-ой! Ой-ой! О, завалили Гориллус! Помогите! Спасите! Там ваши миньоны нападают! Ты пошел в жопу отсюда! Блин, это круто. Я тоже хочу таких миньонов вызывать. Они такие летающие, типа, чё хочу-то врачу. Ну, Алёша, давай уже сдыхай нафиг. Слышь, вы твари, вы чё, мегапитекуса моего сожрали? Какой 3000-й левел? Твою мать. Я думал 300. И опять клонинг машин. Отлично. Так, у меня опять талантный перевес. Вот это выкидываем. И все, остальное все. О, ты ж нифига. Она сколько весит. Это, конечно, да. Это, конечно, да. Так, все скидываем. Все скидываем. Все пригодится, типа... Так, это тоже. Ну, блин, дудошек, я, короче, ну, просто так пофармлю потом в одного. Чё уж поделать, если б я их насоздал столько? Интересно. Так, использовал дракон? Ой, ё-моё, я чувствую, надо было вообще под водой его спавнить. Ну, ладно. Как мы уже поняли... Он не агрится на пушке, что очень даже хорошо для меня. Он сразу пытается агриться на меня, что очень плохо для меня. Но опять-таки же мне на это пофигу, так как у меня 21 для МХП, 21,5 для МХП. Что очень замечательно. Я тут пытаюсь просто сам себя успокоить. Дракуша, 148 лям. Саваш Драгон. Оу-ей! И тоже вызывает миньонов. Да, один только Додорекс не вызывает миньонов. Его обделили почему-то. Такой привилегии. Ну ладно. 3000 левел. 3, мать его, 1000 левел.
Офигеть. Давайте, мои мегапушечки, помогайте мне. Да уж, с ним что-то мы это... С ним что-то вообще прям не в ладах конкретно. Ага, вот, отлично. Завалили. Кстати, а сколько у них хпшечки? 4600. В лямах хп. Так, нужно прорываться к своим... На башке. На посопатке, на посопатке, на посопатке. Получай, получай. Ты мне за все ответишь. Все сдохли. А, да, все сдохли. Так, отлично. И... Да ладно, еще одна Арк Фэктори. Слушай, да с Дудохи вообще шанс, что ли? Вообще, как, вообще хоть есть шанс выбить его с Дудохи? Ну, хорошо. Что я еще могу сказать? Хорошо. Все просто великолепненько. Так, использовать Арк Фэктори. Два Арк Фэктори выбил, блин. Вот в натуре. Вот уж в натуре, так в натуре. Так, стоп. Мне надо это. Пушечки свои выключить, а то они меня сейчас начнут там. Слышь, красная задница. Я же тебе хилку давал. Или не давал. Так в итоге и не дал, походу, дело. Секс. Выкл, выкл. И выкл. Ну что? Ну хорош тут дышать, мне на камеру чуть линзы не запотели. Эх. Погнали на базу. Смотреть, что нам дает Арк Фэктори. Арк Фэктори. А не, смотрите, 26 минут уже серии идет, так что я думаю, в следующей серии я уже покажу вам, что дает Арк Фэктори и Клонинг Машин. А в этой серии я показал вам всех саважей и что они себя представляют. Вот такой я молодец. Но под конец я хочу вам кое-что, так сказать, с вами вместе проверить. Кое-что проверить. А, ну для начала, смотрите. Почему я собирал все эти граники? Ну, как говорится, знающие люди знают, не знающие сейчас просветятся. А для чего я все эти граники собирал и мини-нюки? Возьмем одну такую, ну и, допустим, где-то здесь были обычные. Вот, обычный граник. Да, их можно стрелять, но у нас есть замечательный дробитель. И мне подсказали об этом на стриме, за что огромнейшее спасибо. Смотрите, закидываем мини-нюк. Смотрим в самый низ. Matrix Core. Конечно же, я, прежде чем показывать вам, проверял. Хоп. 4 Matrix Core. Хоп. 5 Matrix Core. Ну, вы понимаете, да? Что дает Matrix Core? Точнее, что да как с этим Matrix Core. В целом, она изготавливается из... А где она? Где она? И, кстати, для чего она вообще нужна? Это Matrix Core? Или, подожди, или она здесь изготавливается? Нет, хранение, это не то. Оружие. Так, ну, огнестрел, понятно, здесь она используется, Matrix Core. Боеприпасы, она здесь. Крапинг Хук. Will shoot away. А, типа он на сразу какую-то дистанцию кидается. Мини-нюк. Отлично. Сёдла, 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 сёдла. Ну, сёдла это понятно. Где это говно создается? Матрикс Кор. Матрикс Кор. Окей, я уже сам запутался. Matrix Core. Бенчи. Вот я лошара слепая. Вот, собственно, Matrix Core создается из... Вот, собственно, куда используются Чиф Виверн, Чиф Бигфут, Гигант, Мамонт и Райна. Чтобы создать ту самую Matrix Core. Ну, я, кстати, так и не понял, для чего она нужна. Она нужна только для того, чтобы строить оружие? Или что?
Напишите мне в комментариях, для чего нужна матрикс скорой, если я сейчас ее не найду. Потому что, честно, я найти не могу. Devil Potion? К нему вернемся. Обязательно вернемся. Матрикс Кор. Нет, здесь все используют Chief Soul, а здесь подавно не используют. Напишите в комментариях, для чего еще нужны Матрикс Коры и что же они дают. Ну и, конечно же, я... О, господи, он же не используется так. Я уж испугался, что у меня сейчас просто тут заспавнится это говно. Да, и, конечно же, я вот хотел проверить, можно ли разобрать Savage Dodorex Matrix или нет. Конечно, жаль, что нельзя вот это разобрать, было бы очень классно. Но пишите в комментариях, для чего она еще нужна. Использовать нельзя. Использовать можно. Вот. Мне очень сильно интересно. Ну и все, на этом все. В следующей серии я покажу, что дают обелиски Arc Factory и что дают клонинг машин. Ну и за кадром я, собственно, всех дудошек завалю тогда, чтобы уже... А вдруг еще что выбьется? Все, на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Что еще там? В общем... Пишите в комментариях даже также то, что вам интересно, чтобы я показал. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем пока.